Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Xiaomi Black Shark 4 включить функции записи видео в разрешении 4К. Для этого в первую очередь откроем нашу камеру. Затем переходим в раздел видео, в режим видео, тыкаем здесь. И в первой строчке можем выбирать качество. Можем выбрать 720p, 1080p. И также можем выбрать 4К 30 fps или 4К 60 fps. И теперь можем записывать видосы в разрешении 4К. Невероятно. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!